Впервые проектная команда Нацпроекта собралась в полном составе. Это делегации 83 субъектов России. Трехдневный семинар-совещание проходил в Москве при участии главы Минтранс Российской Федерации Евгения Дитриха. За весь период проекта должны быть отремонтированы почти 40 тысяч километров автомобильных дорог регионального значения. В Ульяновской области ремонтные работы затронут 47 участков протяженностью 107 километров. Наиболее знаковые участки по Ульяновской городской агломерации – это автомобильная дорога Димитровград-Узюково-Тольятти, Солдатская-Ташлак-Кузоватова-Новоспасская, Труслейка-Стяпина-Чаминзинка. Это те участки, которые больше всего пользуются спросом у населения, там высокая интенсивность движения. Кроме замены дорожного покрытия, установят больше 2000 дорожных знаков. Новые светильники установят на 20 километрах транзитных участков дорог. Обновят и горизонтальную разметку. Всего на реализацию Нацпроекта в регионе направят 2 миллиарда 414 миллионов рублей. Участники семинара сошлись во мнении, что жители регионов должны стать полноправными участниками процесса развития дорожной инфраструктуры. Это означает, что ульяновцы будут принимать активное участие в приемке дорог, а также контролировать процесс ремонта.